Кутузов с Наполеоном сражался. Наполеона не было возможности. Наполеона никто никогда в жизни не победил, он не проиграл ни одного сражения. Даже когда он отступал, он все сражения выигрывал всегда. Его победить было невозможно. Это был самый талантливый полководец того времени. Он знал точно всегда, как побеждать. Его победить было невозможно. И Кутузов это понял, поэтому он отступал. И он оставил Москву даже. Ее сожгли. И на пути к французам не давали ничего. Не давали ни одной деревни. Все сжигали, им не было кушать возможности, там провизия. Не было возможности. Но все сжигали, отступали. Было отступление. Это тактика ведения боя. Потому что надо знать закон, что всегда свет побеждает тьму, когда солнце восходит, все тени отступают. Тени исчезают в полдень. Их нет уже все, тени. Вот. Ну, то есть тени отступают всегда. Тени означают мрак или невежество, отсутствие знания. Когда человек не знает, как правильно жить, как правильно кушать, у него нет счастья от этого знания, он кушает то, что может. И поэтому жена с любовью готовит мужу то, что он хочет. Но при этом она Богу говорит: я не хочу за это отвечать, это его как бы судьба, пожалуйста, Господь, не надо меня за это наказывать. Она будет оскверняться, все равно будет неприятно это готовить, это все противно для нее будет, но она будет терпеть ради мужа. Но при этом она должна увеличивать стандарты, например, сначала просто с мясом готовить, потом она говорит: слушай, мне так трудно, давай я буду отдельно мясо готовить, отдельно вегетарианскую пищу. И вегетарианскую пищу надо освещать. Не просто готовить, а ее с молитвами готовить. А мясо освещать не надо. Потому что как бы, это уже низкий стандарт освещения пищи, мясо освещать. Потому что это продукт насилия. И постепенно у него пропадет вкус к этой пище. Потому что эта пища, пища сильного страха. Веды говорят, что мясо можно есть, когда голод, война. То есть мясо — это пища, наполненная страхом. То есть пища, в которой как от безысходности, ну как бы человек ест мясо. Это мясо — это пища, приводящая к депрессии, к негативному мышлению, потому что она на насилии основана. Когда растения убивают, там растения ничего не чувствуют. Это жизнь, сон без сновидений. Растение спит так сильно, что себя не помнит. Когда веточки обрезаешь, дерево еще лучше растешь. Но когда у поросенка ножку обрезаешь, оно лучше не растет уже, потому что там возникает сильная боль. Растение, наоборот, пробуждается, когда его обрезают, и сильнее еще растет. Поэтому как бы оно не страдает в момент оставления тела даже. Душа растения находится в основании корня. Если даже срезают стебельки, то душа не трогает, душу не трогает. Она опять растет. Но если основание корня срезать, то все. Растение погибает. Но при этом оно не чувствует, что оно погибло. И поэтому, когда человек ест растение, то нет насилия. Душа же не погибает, она новое тело получает дальше. Насилия нет. Но когда животное погибает, оно чувствует насилие, оно уходит на тонкий план и хочет вернуться в тело свое, каждое живое существо. Я когда мой знакомый один от рака умер, тело оставил, он вышел из тела, я видел, как все происходит. Он вышел из тела и два раза пытался туда вернуться. Он понял себя там снаружи, начал назад возвращаться, а у него не получается, потому что тело уже все, уже не живое. Так и животное тоже, оно привязано к телу. И когда оно протухает, тогда уже душа уходит с тонким телом от этого грубого тела. Но протухлое мясо же никто не ест. И если животное само умерло в своей жизни, в своей смерти, тоже никто это мясо не ест. Едят мясо только когда его убивают, чтобы оно было свежим. Вот когда свежее мясо, оно всегда наполнено насилием, потому что душа хочет вернуться назад в это мясо, а человек его ест и получает депрессию в сердце, потому что как бы он ест то, что его оскверняет, его жизнь. Это всегда происходит от отсутствия знания. Человеку вполне достаточно есть молочку, допустим, сметану, творог,
Люди, которые вот это, тоже этой пищей питаются, у них формируется гнилостное пищеварение. Оно всегда конкурирует с молочно-кислым пищеварением. И поэтому они сочиняют теории о том, что молочное питание вредно для здоровья. Сейчас эти теории очень популярны. Они это очень активно доказывают всем. Хотя все спортсмены едят сейчас уже не мясо, а детское питание для того, чтобы мышцы качать. А все детское питание, оно на молочке сделано. Все эти теории вреда молочной пищи и так далее, это все полный бред. Китайцы сейчас провели многомиллионное исследование и доказали, что мясо является главным канцерогеном. Поэтому 2 миллиарда человек в Китае живет. Там сейчас национальная программа «Переход на вегетарианское питание». Отказ от мяса. Национальная программа по всему Китаю. Во многих развитых странах уже давно это знают. В Америке, в Лос-Анджелесе, когда приехал, там куча вегетарианских ресторанов. На каждом углу зеленые коктейли можно попить для того, чтобы улучшить себе здоровье. Все уже знают, что зелень – самая полезная пища на Земле. Знаете, что зелень – самая полезная пища на Земле. Она восстанавливает все, улучшает здоровье во всех отношениях. Зелень, именно листья. Зеленая зелень – самая полезная пища на Земле. Поэтому сейчас во всем мире больше зелени стараются. Все нормальные люди есть. А мясо сокращают.